очень стильно это пальто смотрится. Жаль, он вообще не моего размера. 34-го. Так, пойдем с тобой что-то будем смотреть из черного. Смотри, черного полно. Такая классная, 36-й размер такое платье. Я бы такое вот одела. Оно такое классное, широкое, без всяких выточек. Мне кажется, под такие красивые. Ой, а вырез какой волшебный. Вообще бомба, граната. Да-да. Буду идти дальше. Ребята там хотят что-то посмотреть, а я мешаю. Посмотри, какое еще тоже платье летнее, такое полосатое, пляжное, приятное. Так, опять попадаются эти прекрасные сумочки. Они очень дополняют образ, они смотрятся просто обалденно. Так. Провожу тебя по витринкам. Смотрим вместе, да? Ну, это, конечно, все же такие вещи какие-то избитые, неинтересные. А мы вот сходим в стол для чего? Чтобы одеться стильно, недорого. Для этого нужно иметь вкус. Кстати, такая неплохая вещичка. Цена ее 800, ну, почти 900 гривен. Неплохая, но цена для нее, кажется, неоправданно дорого. Да? Хочется, чтобы это было стильно и недорого. Ну, такие вот мы проходим интересные блузки. Вот такие блузки мне нравятся. Они, знаешь, прям стильные блузки. Или какой рукав шикардовский. Очень красивые. Сейчас я такую блузку хочу померить. Но размер S. Понимаешь, это S-ка размер. Она просто овер смотрится. Она должна быть большой такой блузищей. Вот такая юбочка, смотри. Ой, боже мой, это просто прелесть. Няшная юбочка. Такие вещи мне нравятся. Так, блузку берем с собой и смотрим, что, какие здесь есть еще блузки. Вот такая милая с такой вышивкой. Какой размер? Так, размер. Может, с размерами проблема? Сложно все написать. Хороший размер. Так. Такого плана еще нравится рубашка, но она тоже маленького размера. Так, я отвешиваю сюда вот вещи, которые мне заходят, и смотрю для удобства дальше. Кстати, если вы не знаете, то очень в этом сезоне модно без воротника блузки, да? Почему-то вошло это в моду, я не знаю. Ну, на нее классно можно нацепить какой-то шарф, какое-то украшение, тоже отложу. Так, вот такая красивая рубаха, тоже размер элька, вообще померяем ее. В общем, на рубашек, рубашки есть. Такая рубаха интересная, смотри, с таким вот рюшиком. Не знаю, нравится тебе такой или нет, но для офиса красиво, да? Для офиса можно взять. А вот интересная какая, смотри, горловина, как она интересно с выточками оформлена. Ну, такая как блузка, стильно смотрится, скидка на нее уже 30%, а так она стоила 700 или 800 гривен. Вот такая блузка есть с плечиками, то, что я люблю. Да-да-да. Тоже размер L, тоже рубашка. Ну, смотри, сколько мы рубашек уже подбираем. Сейчас все пойдем мерить. Все будем мерить. А вот красивая какая мережка. В общем, мы сегодня отрыли клад из рубах. Ну, теперь, когда начнем мерить, мы поймем, что половина из них нам не подходит, да? Вот такая рубаха из джинса. Тоже не люблю джинсовую рубаху белого цвета. Она не создает образ красиво, не дает ему какую-то пикантность, какой-то цвет. Рубаха должна быть джинсовая, синего или там голубого цвета. У меня дома, кстати, есть фиолетовая, и я ее тоже. Такой красивый фиолетовый цвет. А носить, вечно сосчитать ее трудно. О, такой тоже интересный вариант. Сейчас померяем его. Вот еще, смотри, анималистичный принт. Ну, они какие-то такая, знаешь, как штапельная рубашка, тонкая, не держит форму. А я хочу, чтобы она держала форму. И еще бы я хотела клеточку посмотреть рубаху. Тоже красивый цвет, маленькая. А юбочки, посмотри, какие юбочки. Джинсовые. Ну вот, идет лето, и это уже можно брать и носить. Вот смотри, рубашка с
сочетается красная клетка и джинсовая. Ну, мне тоже такой вот не нравится. Кстати, неплохая рубаха из вельвета. Вообще, цвет такой красивый, небесный. Вот это мне нравится, красивая рубаха. Но тоже размер S. Но я ее тоже беру к себе на примерку. Буду рада, если она мне подойдет. В общем, мы пробежали сегодня с тобой по стоку и посмотрели очень много рубах. И я тебе прошу поставить мне лайк и быть со мной на моем канале. Обязательно примерочку я в другом видео выложу. Пока-пока. Были в стоковом магазине, который недавно открылся. Так, смотри, примеряю я вот такую тельняшку. Размер XL. Цвет, вот интересный цвет, такой оливковая полоска. Оливковая тельняшка, такого у меня еще нет, да? И хочу померить тебе с курточкой ее. Смотри, меряю тебе с курточкой вместе. Вот тебе и куртка строителя. Только тут она еще на поиске. Подходит под эту тельняшку. Мне нравится, как она выглядит, как она на мне. Здесь нужно ее подзатянуть здесь по бокам. Курточка вообще 900 гривен стоит. Ваня, как ты относишься к таким вот штучкам? Может, купить тебе? Ну что скажешь, мне вот такая вот леопардина прикольная. Рукав я подняла сама, но в общем-то можно подсобрать. Покажу тебе здесь лучше видно. Что скажешь? Натуральная ткань, это не шелк. А классно, как с этим леопард с морковкой смотрится, да? Так, а вот я эту ленточку, которую брала, смотри, я ее подвязала. Леопард с морковным цветом смотрится неплохо, правда? Так, с джинсами. Смотри, я померяю белую рубашку. Опять этот леопард, от которого не могу отойти. Вот неплохая рубашка. Эта рубашка 450 гривен стоит. С накладными карманами. Вот такая длинненькая она. Смотри, с рубашкой. Так, жилет мой. Рубашку демонстрирую. Еще одна рубашка, смотри, пошита более строго, так длинный рукав. Но она и подороже стоит, где-то 800 гривен. Неплохого качества. Я, кстати, не хотела ее мерить, теперь я делаю, понимаю, какая разница. Она не дает объем, она прям приятная. В брюки будет хорошо смотреться, да? Эта полоска такая нежная, прям мне нравится, как она смотрится. Смотри, так набрасываешь. И, в общем-то, закончен образ. Прекрасный. Да? Ну что, мы еще полоску и сюда прицепили. Смотрим, как она выглядит на голове, конечно, после этих примерок. Простите. Так, это тонюсенькая, прям невесомая рубаха. Очень такая тонкая. Ну, можно вот, смотри, летний вариант типа шортой и, например, эту рубашку. Я вот не знаю, куда уже прицепить эту ленточку. Понравилась мне ленточка. А я всегда хотела себе голубую рубаху. Посмотри, она совсем не идет. Вот хорошо, что я ее померила. Думала, прям беспроигрышный вариант беру. А нет, цвет не мой, такой потом не мой. Серит сильно. Необычная рубашка, рукава красивая. Посмотри, кстати, это мерю размер S-ку. Ну, прям такие вот интересные элементы на ней. И она не совсем белая, она такая больше, как цвет, не знаю, пенки молочной. Вот такая. Угу. Смотри, длина хорошая, в общем-то. Ну, что скажешь? Как тебе? Вот такая еще тельняшка. Ну такая широкая слишком, правда? А смотри, я сейчас эту куртку вот под пояс взяла. Она вообще-то не куртка, она как такой, знаешь, пыльник, без подкладки, вот как летний вариант. Я его бы рассматривала как летом, например, когда дождь набросить, там, в поход. Ну, она мне как-то, она как больше рубашка даже такая. И она опять же овер, не знаю. Посоветуй мне брать такую или нет. Прям не знаю, подходит мне вот так вот этот. Или все-таки я окажусь такой женщиной, бабулькой такой. Какой-то леопард странный. Не всегда понятно, подходит он тебе или нет. Нужен совет. Дай мне совет.